хорошего, назад отправляют. Я говорю, тебе куда назад, нахуй? Тебе только зашили, блядь, неделю назад ногу, эту дырку. В общем, так. А так тишина. Ну, слухи идут, и причем с разных источников, что полная мобилизация будет. Вот такая хуйня. То ли перед Новым годом, то ли после сразу. И типа, блядь, будем наступать, там, что-то такое вот. Короче, ждем наступления оттуда, и сами будем наступать. Вот все, что ну, слышно. Ну, здесь тоже, ебать, этот генерал, который ходит. Типа, давайте, сначала окопаетесь, а потом в атаку пойдем, ебать. А нихуя себе такой умный, блядь. Ну, сам пускай идет в атаку, нахуй. Да? Ой, блядь. Ну, слух был, что должны были вас сменить, эти резервы, которые стоят, блядь, наши. Ну, походу, не хуй. Астраханцы, видишь, все, ебать, нахуй. Рота одна готова, 30 человек, ебать. А остальные, не хуй, короче, бухают. Их там, ебать, местные потравили, ебать. Да заебли, нахуй, всех. Да и ебать, нам надо было так же хуй забивать, как они изначально, ебать. Да вот именно, блядь. Мы себя проявили, показали то, что, ебать, нахуй, воины света, ебать. Первый генерал, когда пришел, он вообще охуел, то, что здесь мобики стоят. Вот, а вы думали, там контрактники? Где, говорит, у вас позиция спецназа, ебать? Они вот, где мы стоим, здесь спецназ должен быть, ебать. Он так смотрит на Валеру, говорит, а ты контрактник? Нет. На второго, ты контрактник? Нет. Ашхабад стоит наш и говорит, они все, говорит, мобики. Не, он охуел? Здесь, ебать, должно такая хуйня стоять, то урод, ебать. И фотоловушки, ебать, и ПВО, и вся хуйня у нас должна быть, ебать. А у нас ни хуйня, кроме лопаты, ничего нету, ебать. Ебануться, блядь. Вот это пи***ц, ни снайперов, нахуй, ни хуя ничего, да? Снайперов тоже нету, как обычно же, блядь. Получается, мы самые первые стоим ближе к хохлам. Ну, седьмая рота, да, вся? Нет, именно наш взвод валовский, ебать. А малыш человек, от нас, да, где-то... Нас? Восемь. Восемь даже? И всем похуй, да? Да. Пи***ц. Знаешь, что надо сделать? На х***ться, ебать, просто и прям хуй забить, ебать. Где реально издевательство уже, блядь, полное, ебать. Мы не будем эту позицию удерживать. Ну, понятно. А каким х**ом ее удерживать? Кто, блядь, ее будет удерживать? Восемь человек, блядь? Вот это прям подстава, нахуй. Хотя бы что там, не усилить ее как-то, блядь, чем-то, кем-то, хотя бы нихуя народа, да? Нету, нету. Подожди, ну, с батальона сколько народу сейчас? Три роты так же? Бля, у нас здесь где-то человек 50 в батальоне. Охуеть. А так и 400. Да? Это... Ну, какие нахуй штурмы, подожди, знаешь, что самое интересное, генерал говорит, они увидят то, что мы в атаку пойдем, бегут, ебать. Ну да, ебать. Ага. Братан, даже не вздумайте на штурм идти, на. Нет, нет. 113-ю отдали. Отдали? Да, и 112-ю. Ебать. Что ж там за пи***ц стоят-то, блядь? Ахмат был. Знаешь, как получилось? Как мы пришли просто на 113-ю и заселились, там никого не было. А со 112 сами убежали, видимо. Нет, так же вроде никого не было. Говорили, что тоже слушок мы сегодня вчера, что типа по телеку пи***ц, да пи***ц, а на самом деле там наши тоже отступили назад. Ну, где-то по фронту, блядь, хуй знает. Ну, пожалуйста, наши позиции отдали. Ебаный в рот, блядь. Да, я мою кровь проливали, на.